Ну а томские зоозащитники вышли на улицу с повязками на глазах, необычный перформанс устроили, чтобы обратить внимание на проблемы животных. Главный посыл неравнодушных граждан – животные, не одежда. Дресс-код для участников – одежда из искусственных материалов. Подобные акции прошли одновременно во многих крупных городах России и в странах ближнего зарубежья. Тысячи человек собираются уже четвертый год накануне Всемирного дня защиты животных, чтобы обратить внимание на этическую сторону производства одежды из меха братьев наших меньших.